именно. А это что за вход? Я не знаю. Служебный, наверное. Ай, какой способ сделать обваливающееся здание эстетичным. Ай, какой потолок понижается, понижается, понижается. Не отпинь здание. Да. Все разваливается. А, сори, сюда можно залезть. Никогда не пробовал. Бензиновая машина. Где можно просто. Все. Дома. Отлично. Угу. Большой стакан, но это не главное. Смешу сесть. То есть, что она делает? Мешалочка высовывается, но ее нету. А еще она бьется током. Чего там? Током бьется. Прям чисто. У нее что-то какая-то приходит. Земля, не земля. Класс. Очень классно. Ну, кстати, какая-то провальная. А вот тут целый это магазин открыток. О, можно открыточку купить и отправить. Еще один. И смотри, потолок какой. Я очень люблю такие здания. Да. Надо. Кстати, давай купим сувенир, вот этот. Там, помнишь, самолет был, что-то еще? Может, у них есть самолет? Машинка не так интересна. Бумага. Смотри, почтальона можно купить. Возвлекательная коллекция почтальона России. Ручка-навигатор с ворованным Яндексом. Что-то, это как? Ну, просто ручка, у которой в упаковке кусок карты. Ровный. Подожди, она покажет дорогу. Как она может показать дорогу? Ну, если ты ее направишь в нужное направление, куда ты едешь, она тебе покажет дорогу. Ничего себе. Как это? Это как... Как это может быть за 75 рублей? Это как часы, которые два раза в день показывают точное время, когда стоят. Там внутри это вообще отлично. Сейчас допью кофе сделаю. 100 главных книг. Глава профессора Доуля. Нормально. Человек-амфибия. Все как надо. Хорошие книги. А главное, наверное, на них уже не распространяется авторское право, поэтому можно печатать. А, да. Старые, двоенные. 131. Это звучит здесь. Прям вокзал. А там что за помещение?
ничего интересного. В Москве это вот такие вещи. В Твиттере. Он мне открытки пишет у себя там из Германии. Надо ему начать. Отправь ему прямо сейчас. Ну, у меня все равно адрес только дома, но надо будет купить. Надо просто купить сейчас открытку. И потом отправить. Что вам подсказать? Да, сейчас. Мы видели, у вас раньше в продаже был такой самолет. Уже нет, да, у вас? Мы просто в другом отделении. Значит, он будет. Ну да, но я его помню, это южное. У нас были только в ноябре. Вот, московский. Там прям супер. Смотри. Тумба хорошая, смотри какая. Каланча. Во. Вполне. Сейчас. Вот он. Там открыто, да, еще посмотреть? На пилоре. Старый. Да, деревянный еще, который первый. С пальмой. Да. Слушай, прям вообще отлично. Сухаревский рынок. Где тут трамвай-то? Еще конка даже не трамвай. Ну, такие открытчики можно же купить. Вообще будет отлично. Классно. Просто замечательно. Ну да, вроде свидовы. Это что? Это, кстати, между прочим, Пустрасный бульвар. Я думал, Белорусский вокзал. Нет. Ну да, вроде свидовыми Москвы, вроде только такой набор. Возьму его. Ну, бери. Нет, это размытые. Понятно. Так. Так, мне нужно для международных писем 3 комплекта марок. Писем? Вес. Ну, вроде одинаковые письма или открытки международные. Открытка дешевле. Ну, по тарифу. Нет, открытка и письмо международное по одной цене. Ну вот. Благодарю. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо, до свидания. Всего доброго. Сейчас я ее напишу, а адрес дома впишу. Например, нужно гейбать чем? Чего? Сплетница.